Добавить немножечко упражнения с мячом, в том смысле, что перекаты прекрасно, броски, ловли. Но нужно же еще и как-то показать, что он умеет и что простой человек может повторить. Это вот эти баскетбольные отбивы. Между тем, Дарья Кондакова получила свою лучшую из сегодняшних оценок. 28 750 тысячных балла. То есть вот сейчас, после трех упражнений, она опережает Гараеву на 3 балла. Спрашивается... Вот уровень. Да. А могло ли так сложиться, что серебряные и бронзовые, и серебряные и золотые медали достанутся не нашим? Отвечаю, не могло. Вот, да. Или, скажем так, как минимум крайне маловероятно. Сильвия Митева и упражнение с лентой. Национальный костюм, балканская мелодия, словом, болгарский колорит. Выловила. Успела. Докатилась. Ай-яй-яй. Прям к концу так вести хорошо. Как вы знаете, гимнасток частенько тренируют мамы, да? Но Сильвия Митева в этом случае. Причем, если раньше вслед за квалификацией шло многоборье, а потом отдельные виды, как бы чуть менее ответственное и чуть менее суровое соревнование, то сейчас наоборот, когда силы кончаются, вот тут все самое.